По новому пути от станции метро «Победа» до Крутых Ключей через 15-й микрорайон и поселок Мехзавод. В Самаре начинает работу новый автобусный маршрут номер 268. Автобус большой вместимости будет заезжать на Мехзавод, что явно обрадовало жителей поселка. А то здесь 205 один заезжает, а другие не заезжают сюда из города. А 205 это маршрутка? Да, маршрутка. Автобуса нет муниципального? Нет, они безопаснее, автобусы большие, чем газельки. Газельки же садишься на газельку, тебя где-нибудь все равно долбанет. Ну сразу на метро, и по метро по всему городу можно разъехаться в другую сторону. Раньше на Мехзавод в обоих направлениях заезжал 67-й маршрут. Но в ГИБДД его запретили, посчитав, что площадка для разворота автобусов большой вместимости просто-напросто отсутствует. Я несколько раз проезжал туда прямо. Нечаянно, да, проезжали? Ну да, я же не знал, что он не сворачивает сюда. Раньше сворачивал сюда, разворачивался и шел туда. Было как-то все равно нормально. А сейчас он прямо идет, только оттуда заходит сюда. В план капитального ремонта дороги уже включили обустройство площадки для разворота. Об этом говорили на совещании в администрации. При этом новый 268-й маршрут станет муниципальным, если будет пользоваться спросом у пассажиров. Он существовал, он не действовал. Мы его возобновляем как раз в связи с обращениями граждан. Олег Фурсов напомнил подчиненным, перед администрацией стоит задача по увеличению количества единиц муниципального транспорта на востребованных городских маршрутах. Работа в этом направлении в Самаре уже ведется. Так, по поручению Олега Фурсова, с 1 октября маршрут номер 23 будет курсировать с предоставлением всех видов льгот. Павел Баймаков, Марина Матвейшина. События.